Сегодня распространено мнение о том, что нужно быть многозадачным человеком, то есть делать несколько дел одновременно. Это большое заблуждение. Так вы не сможете сконцентрироваться ни на одном из них. В результате эти дела будут сделаны хуже, нежели если бы делали их по очереди. Времени потрачено не меньше, бывает даже больше. Вы недовольны результатом, вы вымотаны, а ваше умение концентрироваться еще более ослаблено. Приучите себя делать одно дело за раз. Сконцентрируйте все свои мысли и действия на его выполнение. Берите за новое дело только тогда, когда доведете первое. Вместо того, чтобы сделать много дел кое-как, лучше сделать одно, но хорошо. Кроме этого, так вы развиваете свою способность к концентрации внимания. И вместо того, чтобы уставать от работы, вы наполняетесь энергией. Больше всего людей выматывает не само выполнение задачи, а дерготня. Все это совсем не безобидно, чем может показаться на первый взгляд. Это крайне негативное состояние, которое полностью обесточивает человека. Если долго находиться в таком состоянии, что ваше сознание рассредоточено и одновременно решает 100 задач, то в результате человек очень сильно ослабляет свою волю. Если вы говорите по телефону, то полностью сосредоточьтесь на этом разговоре. Если вы что-то пишете, то сконцентрируйтесь на этом и не отвлекайтесь. Когда вы покупаете продукты в магазине, то делайте это и только это. Не говорите в это время по телефону, не слушайте музыку, не болтайте между собой. Да, даже такие простые и привычные дела выполняйте с полной концентрацией. Так вы будете делать их наилучшим образом, с удовольствием и быстро. Так вы будете постоянно развивать свой навык концентрации. Именно так вы сможете получать наибольшее удовольствие от жизни.